Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. Кировчане заплатили 20% имущественных налогов. Общая сумма имущественных налогов за 2022 год составила почти 2,5 миллиарда рублей. По данным на 17 октября, из начисленных сумм поступило 486 миллионов рублей. Это 20%, сообщает пресс-центр правительства региона. Плательщикам налоговая служба отправила почти 660 тысяч уведомлений. В этом году впервые появилась возможность получать уведомления через личный кабинет на госуслугах. Напомним, срок уплаты налогов 1 декабря. В налоговой службе отмечают высокую платежную дисциплину жителей Кировской области и надеются, что и в этом году проблем с уплатой не будет. В Кировской области предложили ужесточить меры по борьбе с фальсификатом. Эту проблему подняли на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе. За последний год Управление Федеральной антимонопольной службы включило в реестр недобросовестных поставщиков более 30 организаций из разных сфер. Также, по данным областного правительства, за первые 6 месяцев 2023 года было отобрано и исследовано более 11 тысяч проб отечественных и импортной пищевой продукции. Требованиям не соответствовали примерно 3%. Заместитель председателя правительства Михаил Сандалов подчеркнул, что нужно ужесточить меры по противодействию реализации фальсифицированной продукции, чтобы у недобросовестных производителей и поставщиков не было возможности обходить закон. Он поручил членам комиссии проработать законодательные инициативы и предложения, которые позволили бы более эффективно выявлять производителей и поставщиков фальсификации. В эфире «Экономика». Окупаемость арендной квартиры в Кирове составляет 20 лет. По данным портала «Мир квартир», средняя стоимость квартиры в нашем городе сейчас приближается к 5 миллионам рублей. Средняя арендная плата равна 20,5 тысячам. Доходность составляет 5%, а срок, за который квартира окупится, 20 лет. Больше всего времени, 27 лет, будет окупаться квартира в российской столице. Это связано с высокой стоимостью недвижимости. А, к примеру, в Астрахани квартира окупится всего лишь за 12,5 лет. На этом все. У микрофона был Владимир Сметанин. Программа «Экономика».